Ну, с Украиной вопрос серьезный. Я, честно говоря, не могу даже как-то конкретизировать. Нет у меня сложившегося какого-то мнения об ее судьбе, о будущем. Но одно понятно, что все равно здесь должны произойти какие-то изменения конкретные в государственном строе претерпеть. То есть есть два пути. Или оно, это государство развалится на разные части, и каждый будет по-своему развиваться. Или оно сохранится, но уже на новой основе, как конституционной. Вот два пути, то другого пути я не вижу. Когда это произойдет, я думаю, что этот процесс не может затянуться надолго. Сейчас не то время. Это раньше можно было по 5, по 6 лет. Сейчас время сжато. Сейчас условия такие, что это даже физически уже доказано, что время сжалось почти в 2,5 раза. Поэтому процесс этот, я думаю, что произойдет, недолго будет происходить, он где-то должен все равно решиться, там, где чего-нибудь, допустим, 3-4 лет максимум, я думаю, вот так произойдет изменение. И должно это к чему-то прийти. Или же к федеративному новому устройству, или же развал Украины на мелкие, на всевозможные области самостоятельно. Все.